Итак, перед нанесением нашего шелка под названием Сета Оро Бьянка, белое золото мы его называем, поверхность мы подготавливаем, грунтуем. Поверхность должна быть ровная и нанесена грунтовка колора проще. Наносить будем восьмеркой. Как и все шелка, она наносится в два слоя. Первый слой наздир, а второй слой уже формируем рисунок. Фон под эту штукатурку мы используем белый, так как краску мы предлагаем не колерованную, она уже в золотой нежной базе. Поверхность сделаем ровную, без всяких рисунков. После того, как поверхность высохла, мы наносим второй слой. Также наносим равномерно, стараемся, чтобы все пустые места были забиты. И спустя определенное количество поверхности, которые мы нанесли, начинаем формировать рисунок. Самое главное, чтобы поверхность не успела высохнуть, чтобы она уже была рабочей. Просто круговыми движениями формируем рисунок. Материала где-то не хватает, мы можем добавить. Материал хорошо наносится на поверхность и также хорошо реставрируется. После полного высыхания поверхность готова к эксплуатации.